не для слабонервных. Все хорошо показывает. Каналы переключает. Идет арию из богемы. Дальше балет, конечно. Затем рок, рэп, хип-хоп, джаз и гам. Тогда, разумеется, все горожане вскакивают со своих мест, рукоплещут и беснуются. Единственное, что... Небольшая полоска, которую почти незаметно. Вот, послушай. Корзину фруктов собрала, крем китана скорее взяла. Сын такая... марафон убежал, ему дала я китана. Уж мы кругом разрисовал. С краю. Крем китана, помощь мне каждый день. Невероятно хорошо. С китанал крем успеваю помочь всем. Если стресс и изменение питания... В принципе, когда смотришь... Эмодиум Экспресс. Он может начать действовать уже с первого применения. Эмодиум Экспресс теперь до 25% дешевле. Насморк. Тизин лечит насморк. Аспирайл с ионами серебра в его усвоителе. Борется с вредными бактериями. Тизин. Не просто спрей. Пример YouTube. Разделяют тысячи километров, но сближают тысячи разговоров. С кем ты так долго разговариваешь? С одной умной кофеваркой из Владивостока. Ты ее не знаешь. Мы отменили межгород. Звоните на любые номера России. Это уже включено в ваш тариф «Близкие люди». Билайн, живи на якорь. С вами Вилсаком. Сегодня знаменательное событие. App Store исполнилось 10 лет. Был презентован этот магазин приложений в 2008 году. В принципе, я открыл понятно. Свои виртуальные двери. Например, Иви. Сейчас поставим. Ну, в общем, понятно, да, все работает. Так, никаких царапин нету. Единственное, это дурацкая красная полоса. А так, все работает, все фурычит. Не знаю, что еще показать. Для планктона. Планктон кормит мелкую рыбу, а мелкая рыба кормит крупную. Та, в свою очередь, кормит акул. И весь этот цикл, вся система взаимосвязана. Река играет жизненно важную роль в этом. Питательные отложения, текущие с этими светлость водами, жизненно важны для здоровья рифа. Цветки, контрастность. Ну, в общем, все работает. Но процесс питания должен быть под тщательным контролем. Без
естественной растительности, такой как эти леса, и мангровые заросли за ними, контролирующий поток воды, скорость высвобождения отложений слишком высока. В открытом море прозрачные воды между побережьем и рифом становятся мутными, и жадные до солнца виды коралловых рифов лишаются жизненно важного света. Все работает, в принципе. Сокращение площади тропических лесов с появлением животноводческих ферм, городов, сейчас беспроводная, ну, можно оказывает спокойно. Огромное влияние на рифы. Подключите к проводной. За последние 150 лет количество осадочных отложений, смываемых в риф, увеличилось в некоторых районах в 10 раз. Вот проводная сеть. Около 80% лесов вдоль побережья было вырублено для нужд сельского хозяйства. Вы, должно быть, Дэйв? Я встречаюсь с местным садоводом, который изменил свои методы ведения хозяйства, чтобы сохранять рифы. Телевизор в полном порядке, кроме красной полосы, которая... Что значит для вас риф, как для местного жителя? Почти незаметно. Что будет, если он исчезнет? Он для меня...